Банты, кружево, рюши, оборки, ленты – все это относится к платьям настоящих принцесс, в которых вот-вот превратятся маленькие модницы. Здравствуйте, с вами Алина Киселева и проект «Красивым быть не запретишь». Сегодня мы поговорим о выпускном, о первом выпускном в жизни девочки, а значит, мы идем выбирать выпускное платье для настоящей леди. Для ребенка первый выпускной является особенным и волнительным событием, поэтому подготовиться к нему нужно заранее, тщательно обдумывая наряд юной модницы, прическу и аксессуары. Безусловно, в образе главное место отдается платью. При выборе платья вы должны обратить внимание на то, чтобы наряд подходил вашему ребенку. Он должен быть легким, удобным и не сковывать движения. Важно обратить внимание на ткань. Идеальный вариант – это шифон, шелк, трикотаж, вискоза и кружево. Если говорить о фасоне, то платья могут быть любыми – пышными, прямыми, украшенные цветами. Актуально также сочетание двух цветов в одном образе, как, например, ставшая классика «Горох» и «Морская тематика». И еще наряд идеально можно дополнить аксессуарами, ободком, заколками, сумочкой и перчатками. Как и любая мама, я столкнулась с проблемой выбора платья для дочки. А в этом отделе очень шикарные платья, стильные, на любой вкус, фигуру. Красивую и модную одежду для детей вы сможете найти в отделе «Карамба». Все модели прекрасного качества, выполнены из натуральных материалов и, самое главное, вас приятно удивит цена. Все это и многое другое вы сможете приобрести в центральном универмаге «Валентина». Выпускной в детском саду, конечно же, похож на настоящий бал. И мы, взрослые, должны стать настоящими волшебниками, чтобы этот праздник был незабываемым и восхитительным. Будьте красивыми, хорошего дня и до встречи!